Так, представьтесь, кто вы? Майор Головенский Алексей Сергеевич. Дата на родине? 22.02.90. Посада? Посада не... Должность? Командир звена. Номер части? 59.82. Быт Екатерина? Не понял. Какая часть? Какая часть? Это... авиационная часть. Где? Крым. Где находится? Место дислокации? Крым. Город? Саки. Помните, город Саки, да? Город Саки. Так, какая у вас была задача? Разведка. Полностью задача как? Это местная. Воздушная разведка. Воздушная разведка, вот так и называется. Так, другой капитан, представьтесь. Козлов Алексей Игоревич. Голоснейшее. Козлов Алексей Игоревич. Дата на родине. 2.03.88. Посада, должность. Штурман звена. Штурман? Звена. Номер части. 59.882. Место дислокации части. Саки. Откуда родом? Смоленск. Город Смоленск. Где проживаешь? Прописка. Крым. Прописка, адрес? Адрес, город Симферополь. Адрес. Улица, дом, квартира. Улица Кичкемецкая. Дом 97, квартира 56. Какая задача была у вас? Разведка объектов. Стоять в зоне ожидания. Сколько вылетов вы изъяснили с 24 лютого 22 года? 3-4 вылета. По каким местам працювали украинцам? По морю. Разведка, разведка моря. Скільки ви скинули бомб, скільки забомбили городів? Бомби не кидали. Істребітель ходили на кришу і на розвідку. Майор, ти? Так точно. Ми один екіпаж. У нас задача морська розвідка.